Всем привет, друзья! С вами мастерская Motors, и сегодня у нас на ремонте вот такой вот двигатель, точнее культиватор с двигателем 2SD. Я перерыл много интернета, посмотрел, перерыл весь YouTube, но так и не нашел, как на нем выставить зажигание. И в этом видео я решил показать, как это делается. В общем, смотрите, со стороны карбюратора есть вот такое смотровое окошко. Оно у нас с риской. Также на маховике, если видите, есть риска тоже. Вот эта риска должна совпасть с этой риской. Вот она у нас чуть-чуть убежала. Можно отверткой ее поправить. Вот. В общем, должно быть строго посередине отверстия. Это риска на маховике. Теперь переходим на другую сторону, сторону зажигания. С этой стороны у нас получается есть тоже метки. Вот одна, вот другая. Разница в этих метках должна быть 2,5 мм где-то. 2-2,5. Также кулачок у нас пошел на размыкание. То есть зазор здесь, ну, видно, совсем, совсем небольшой. Там буквально лезвие. Если у вас не попадает, данные метки не совпадают, вы можете открутить эти болты, покрутить само зажигание. Если и так не поможет, ставите по максимуму на какую-то сторону, как у меня стоит. И здесь есть еще один регулировочный болт. Этим болтом откручиваете и вращаете влево-вправо. Есть тоже небольшой, так сказать, угол. Далее. Если совпало все, закрутили. Если не совпадает здесь никак, то есть как у меня это было, то есть вот здесь вот лючок. Там ставим по меткам, снимаем лючок. Здесь будет болт. Его ослабляем и вращаем само магнето, пока оно не совпадет, ну, хотя бы с вот этой меткой. Потом затягиваем, но там, чтобы не сбилась метка на маховике. Так, теперь вот этот болт, это болт нам надо будет расслабить, чтобы выставить зазор на кулачках, на кулачке точнее. Расслабили, и вот этим вот регулировочным винтом уже крутим там влево, вправо и т.д. и т.п. Зазор тот, который нам нужен, выставляем. В общем, ничего сложного в принципе нету, если знаешь, как это делается. Ну а на этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Ну и не забывайте, конечно же, рассказать о нас своим друзьям. И заезжайте на ремонт. Пока-пока.